Свидетелями необычной дружбы стали посетители и работники Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге. «Не разлей вода» стали местные лемуры, черепаха по кличке Базилик. На кадрах видно, как лемур катается на панцире черепахи, без стеснения освоив новый вид транспорта. По словам сотрудников зоопарка, подобный груз совсем не ощущается черепахами, так как они способны выдерживать гораздо больше вес. Такое сожительство на руку и черепахам они часто доедают. Дают овощи, которые не любят их товарищи по вольеру. Посетители не упускают возможность посмотреть на такое необычное соседство, ведь эти животные не встречают друг друга в дикой природе. Черепаха!